Здрасте, здрасте, всем люди добрые. Здесь в интернете провокация появилась. Отмени его. Якобы он какой-то дал интервью по поводу меня. Я созвонился с Камилом Гаджиевым. Он сказал, что Минеев этого не говорил. Поэтому не ведитесь. А на зоне я был блатным. Первый срок по изоляторам просидел. Ну, второй срок мои близкие были. Смотрящий за лагерем, смотрящий за игрой, смотрящий за воровским. Все мои близкие друзья были смотрящими, семейниками. Чтобы вы понимали. Живите и будьте счастливы. Не ведитесь на провокации. Магомед, я изучил тебя в интернете. И вижу, что ты неплохой парень. Мне очень жалко будет бить твою лысую голову. Но это спорт, не обессудь. Ты можешь взять себе в помощники своего друга Минеева, с которым вы все это бодаетесь. Вдвоем выходите. Я вас обоих побью. Зови его на помощь.